В историко-культурном центре глава Ленинского района Валерий Венцель встретился с представителями общественных организаций, руководством городских и сельских поселений муниципалитета, активными жителями. Цель встречи – открытый и честный разговор об основных направлениях развития Ленинского района, о тех проблемах, которые сегодня волнуют жителей муниципалитета. На встрече также присутствовал депутат Московской областной думы Владимир Жук. В рабочем графике главы района, его заместителей, руководителей муниципальных служб и подразделений неизменно выделяется время для приема граждан. Но руководство муниципалитета понимает, что этого времени катастрофически не хватает, чтобы выслушать все пожелания и предложения жителей, индивидуально подойти к решению каждой проблемы. Именно поэтому на постоянной основе проводится встреча руководства района с лидерами общественного мнения. Мы не можем одновременно в зале собрать очень много людей, а вот именно тех, кто представляет большое количество жителей, вот это здорово. То есть каждый из них несет себе большой заряд пожеланий и запросов. Ситуация с дорожным строительством и сферой ЖКХ, здравоохранением и образованием, молодежной политикой и культурой. Более чем часовое общение еще раз показало, что только в открытом диалоге, не избегая неудобных тем, слушая и слыша людей, нужно искать правильные пути даже самых непростых вопросов. Общественность у нас она стала намного активнее. Мы номер один муниципалитет, который обрабатывает большое количество обращений наших жителей. Это форма общения, понятно, через интернет, но живая встреча, живое общение, оно гораздо продуктивнее. Почему? Потому что человек может задать те вопросы и с той тональностью и интонацией, когда может достучаться до человека, с которым он общается. Сами лидеры общественного мнения считают, что подчас сложно настроить с жителями конструктивный диалог. Особенно с теми, кто решительно не замечает достижений района и концентрируется исключительно на сложностях и проблемах. Но и к таким гражданам каждый из присутствующих старается найти подход. Можно при встрече затронуть какие-то проблемы самые тяжелые, которые не решаются или очень тяжело решаются. А можно поговорить и настроить диалог в хорошем, в добром, в шутливой форме. А давайте поговорим, а давайте. Есть диалог, есть вопросы, есть ответы, и это все решается. Участники встречи отметили, что обратная связь с жителями – это важный индикатор настроения людей и главный импульс для движения вперед. Валерий Венцель заверил собравшихся, что подобные встречи будут продолжены, и граждане района должны быть уверены, их мнение по тому или иному вопросу не останется без внимания.